Еще раз всем привет, доброе утро, воскресенье, 5 февраля, у меня удивительно чистый эфир, я нахожусь в Кировской области, еще раз, если кто не смотрел предыдущее видео, здесь 70 километров от моей локации, никаких лампочек, никакого интернета, связь сотовая не ловит, я использую FSL-антенну, которая вот на заднем плане, весь уикенд я провел тут по семейным делам, по семейным обстоятельствам. Взял с собой все приемники, какие у меня есть, антенны разные, и вот получаю огромное удовольствие от радиоприема, находясь за городом, далеко за городом. Здесь очень чистый эфир, которого нет в городе совершенно, я еще раз это повторю. Я принял кучу станций из Азии, Европы, использовал свой лист, вот этот вот такой листочек у меня Help есть, который помогает мне ориентироваться в станциях и частотах. Я прошелся по этому списку, и у меня практически 80% было принято, за исключением румын, которые перекрывали частоты, допустим, Европы. Вот. И сейчас вот время 8 утра, я на FSL-антенну, которая на заднем плане, правда, с шумом вот этим таким от камеры, принимаю радио Испании. Да, то всплывет, то провалится, а так у меня есть записи, где оно просто бомбит. И это не одна станция Испании, которую я слышал. А в городе я вот эту 1296 слышал только на записи СДР у себя в ночью. А днем в городе она нереальна. Здесь уже начиная с 17, с 18 часов, испанское радио тут уже бомбить начинает, занимать частоту уверенно. А потом где-то уже к 20 часам она все стабильно, жестко стоит на своей частоте. А также 1125 там еще выловил частоту. А на утро я прошелся по этому листочку, и вообще удивительно было, что я там этих испанцев еще нарыл. Вот, можете этот лист посмотреть, такой help себе сделал. Кому интересно, вот посмотрите, можете стоп нажать. А кое-что интересное я выловил, то есть всю Англию, которая здесь есть, я практически всю вытащил. Прям здорово, на рассвете, спокойно, легко. К сожалению, сейчас я уже не могу показать, потому что уже светло. Вот, и уже станции уходят, проваливаются по уровню. Вот. Но так было очень приятно. Да ту же самую Radio Caroline, она здесь идет как вот, ну, слабенько, ну, не громко, но уверенно. А всего 4 киловатта, между прочим, 648 кГц Radio Caroline. И здесь она уверенно принималась. Также я принимал некоторые станции из этого списка, как Gold, музыку, 1548, я ее тоже не слышал. 1485 Lika Radio я так и не услышал, но зато 1458 было. Вот. На 1215 вместе... Вместо нашей Absolute Radio я ничего, увы, на этой частоте не слышал, кроме присутствия какой-то станции и этого маяка, который вечно там стоит. Некоторые станции, как я еще раз повторю, типа 1089, Talk Sport, они были с многократным повторением от многих передатчиков. 1053, когда не было европейского вещателя, я его тоже принимал, английскую станцию. Вот, ну, в общем... Такое удовольствие, то есть к такому визиту, поездкам надо готовиться. Вот, я, к сожалению, не взял азиатский список, но буду на будущее умнее. При этом мне очень здорово помогла FSL-антенна, это куча ферритов внутри этой коробки, колебательный контур с конденсатором, отвод связи, сделанный по совету наших коллег из интернета. Вот, все это подведено к приемнику TEF 6686. При всех тех плюсах и минусах, у него большой плюс, это большой динамик для записи видео, это просто шикарно. Ну, удобство все равно кое-какое не есть, конечно, а удобство. Вот, сравнивал ферритовые антенны, которые типа Грюндик с Грюндиком, ну, не то все равно, FSL бьет их. Близко к FSL антенне это получилось Texan AN200. Вот это, да, антенна, которая компактная, маленькая, ну, проигрывает 1 балл, может, где-то так. Но, опять же, мне лежа на диване было удобно пользоваться FSL антенной, стоит уверенно. На табуретке рядом с кроватью, в общем, такой мой сетап был. Я желаю всем хорошего эфира, чистых радиоволн, чтобы не было помех. Почаще выбирайтесь за город, получайте удовольствие. Никакие городские, я понял, антенны, всякие активные рамки и прочее, увы, не могут преодолеть этот смог эфирный, который есть за городом. Вот. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Желаю вам успехов, много доексов. Пока-пока.